Всем привет, ребятки. Сегодня посмотрим сериал «Кабан и гвоздь». Все серии посмотрим этого сериала. То есть мы сейчас, ребятки, мы смотрим... Короче, смотрите, мы смотрим сейчас «Мама киллер». Глупого парня мы посмотрели. «Мама киллер» мы смотрим пока. Но сейчас я хочу посмотреть сериал «Кабан и гвоздь». Чтоб, вот знаете, вот чтоб... посмотреть и этот сериал, ну вот чтоб посмотреть этот сериал сразу и все. Кабан и гвоздь. Кстати, еще присутствует там начало. Там присутствует начало этого сериала. То есть раньше, когда серии выходили, была первая серия. А вот там еще есть серия начала. И Ганы. Кабан и гвоздь. Кабан и гвоздь. Угу. Идет тебе кабан. На нашем районе так не ходят. Как хочу, так и хожу. Ты чё такой дерзкий? Опа. Сломали ухо. Помогите, полиция. Оторвали ухо. А мышка съела. Это гвоздь. Ой, он играет в эту игру. Тупую. Хорошо, дроти. Погнали на тренинг. Я занимаюсь киберспортом. Фигня это, а не спорт. Ты чё? Это же мой топовый компик. Ты должен быть рестлером, а не задротом. Ну, тут он чуть-чуть прав. Желаю, чтобы мой младший брат стал рестлером. Если вы за киберспорт, то напишите в комментарии, почему. Конечно, ставлю лайк. Потому что ленивцам таких нельзя быть. Смотрите этих коней, блин. Батя, гопники оторвали мое ухо. Ты мне поможешь. Че вообще без ушей останешься? Капец. Угу, сейчас подожди-ка. Да, тупой пап. Так. Окей, давай. Упал. Давай. Это ему еще не засадили. Смотри, как это делается. Опа. Тимми? Убегает. Ты позор нашей семьи. А дом сгорел. Опа, встретились. Смотри, куда прёшь, святуля. Это же тот ушастик. Ещё и с другом. Он мне не друг. Был. Кто? Враг? Кто дерите? Давай, бегон, мажь ему! Угу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Бана-бана-бана-бана-бана! Всё, капец. Вот так вот. Нет, я буду жить. За папа он вообще не переживает. Хватит мыть, я себе. Сейчас построит. В Майнкрафте. В Майнкрафте же блоки квадратные. Вот и подружились они. Хватит быть терпилами. Иди за мной. Эй, малявка, гони свой бургер. Тимми, ты что делаешь? Кому сказал? Опа. А мне-то за что? Мальчик. Опа. Ладно, ребята, сейчас вернусь. Всем привет, поскольку мы продолжаем смотреть. Ну, я вернулся, короче, будем продолжать смотреть «Кабан и гвоздь». Угу. Я больше не Тимми. Теперь я гвоздь. Угу. Кабан. Ты теперь кабан. Кабан. Это их дом. Кабан, давай резче. Не, он тут. Ну тут жить. Он не хочет. Как тебе вот это? Да пошел ты! Вот. Вот он, дом моей мечты! Это же те хулиганы! Угу. Опа. Эй, лошары! Бекон и ужастик! Вы чё, офигели? Опа. На. Это тебе за моё ухо! Угу. Больно, не бей! Будешь моей шестёркой! Буду! Давай быстрее!
Угу. Мы тут рулим, понятно? Баба Яга здесь. Вот и начинается первая серия. Ну, это первая серия, это уже вторая. Что это такое? Кабан, ты что творишь? Готовлю завтра. У тебя же есть электроплитка. Майнинг фермы новых соседей высасывают свое электричество. Угу. Это будет друг Майки. Это друг Майки, видите? Эй, вырубай свою ферму! У нас света нет! Сейчас у тебя еще в глазах потемнеет! Он все съел. Откуда ты взял дрова? Одолжил у соседей. Ладно, ков в школу. Ну вы по нам соскучили. Опа. Нету? Врунов мы не любим. Вы чё творите? Бедная Эсси статуя, ты ни в чем не виновата. Добро пожаловать в рай. Это как глупый парень. Эй, ты чё тут стоишь, как камень? Гони робаксы, уродец! Вы чего творите? Так нельзя вас срочно, вот. Говорит. Вам тут не место. И сыдите, Опа, в ад пришли. Свежее мясо. Подъем! Ты чё, рогатый, попутал? Думаете, крутые? Мы не таких ломали. Ребята, давайте как-то договоримся. Глупый парень разыскивается. Вот глупый парень разыскивается. Всем спать! Завтра новый мучительный день! А как же ужин? А он ест. Силы тратишь, здоровяк. Ты чё, не въехал? Вы умерли и попали в ад. Я знаю способ сбежать. Деньги есть? Лошары.
Зачем ему Робакс, если тут нет вообще магазина? Вы что, думали, в аду порядочные рыбаксёры? Тут все воры и обманщики. Опа. Реклама, боже. Опа. Опа. Мне не всегда тут будут просыпаться. Опа, жарят их. Первая, вторая смерть. Третья смерть. Четвертая смерть. Четыре раза его умерли. Так это даже хорошо, вот эта злость, она же уходит. Опа. А если съесть еще? На. На.
Так, вы освободили ее. Глупый парень опять разыскивается. А зачем им огнетушитель? Если это... Опа. Вернулись. Я думаю, не так вообще работает физика. Ну ладно. Опа, все начало гореть. Охранники спят. Мы вырвались! Ура! Спасибо, вы меня спасли! Давай толкнем телефонную бар и купим вкусняшек! Угу. Блин, кажется, у меня его кто-то украл! Опа! Это самая интересная серия, наверное. Стоять, малявки! Есть что ценное! Опять! Товарищи! Рыбаксы? Ломобилы! Мы отобрали их на той неделе! Тогда гоните биту и перчатку! Кабан, бросай мяч! Чё так слабо? Давай сильнее! Опа! Очень сильно смешно. Аж в горле пересохло. Опа. Блин, ну где мяч? Мальчики, токсиколы не ходи. Она отравила. Старуха, ты чем его напоила? Магическим ядом. Если хочешь вернуть друга, придется отработать. Только не думайте, что я лох. Это все ради моего друга кабана. Случилось? Где я? Больше не хулиганьте. Из-за тебя мне пришлось строить ее толчок. Мне просто очень хотелось пить. Кошечка. Стой, нет! С этой бабкой лучше не барагози. Офигеть, оно быстрое! Было бы круто в ней прокатиться! Папа, наверное, сам нарисовал. Опасно. Ну да. Эй, ты! Рыбаксов нет! Мобилы тоже! Не бейте! Расслабься! Ты нам нужен для тест-драйва! А это что такое? Сейчас поймешь. Крутотень! Все ништяк! Как
остаться можно? Ну чё, готов? Рецики, а на чём катаетесь вы в свободное время? Погнали! Я катаюсь на велосипеде. Или на самокате. Все, газ пошел ядовитый. Пошел ядовитый газ, но они подумают, то, что они попали в зомби-апокалипсис. Но на самом деле их просто... Ну, как вам сказать? Их просто... Короче, они подумают, что зомби-апокалипсис стал, но зомби-апокалипсиса не стало. Это просто газ ядовитый. И они потом... Да, денёк себе такой. Он зомби. Помогите! И тут. Что вообще происходит? Зомби-апокалипсис! Чё? Ты чё не смотрел ходячих мертвецов? Кабан! Этой палкой мы долго не протянем. Нужно достать пушки. Сейчас повеселимся. Нам нужны припасы еды. Ага, но до супермаркета далековато. О! Погнали на тачке! Это же семья Мама Киллер, нет! Это была Мама Киллер, зомби. Бойга. Придется жрать консервы. Консервы много долго могут продержаться. Ну чё, очень даже вкусно. А? Смотри, там Фокси. Привет, Фокси. Офигеть, ты не зомби. А это все сон. Капец, ты жестко глючий. Как тебе удалось выжить? Сейчас они ответят. Черт, патроны кончились! Уроды зеленые, идите сюда! Сейчас они ответят.
твари! Все? О, люди! Вы нас спасли! Ну, я согласен. Фокси, спасибо! Ты нас спасла! Вампир-хулиган. Ну, просто не мобилу и кошелек. У меня ничего нет. Братник, помоги! Так, окей, это последняя серия вроде. Я хочу познакомить тебя с моим другом Кулаком. Вы все не так поняли. Вам крышка. Опа. Ничего новое построишь. Так эту женщину убили. Дальше не пойдем. Жуткое место. Нормычка. Ого, только темновато тут. Что-то у них глаза какие-то странные. Теперь он стал кабан-вампир. Со мной что-то не так. Я чувствую силу. Вампира. У меня какой-то странный голос. Про, приди в себя. Погнали в магаз! Чел играет в симулятор крутых хулигана. Если чё, ссылка в описании. Да, играет. Короче, представляете, он играет в симулятор крутых хулиганов. Представляете, он просто играет в сим... Блин. Он просто представляете, он играет... Просто представляете... Просто представляете, он играет в симулятор крутых хулиганов. Ну, молодец, молодец. Все-таки крутой папана еще эту игру не забросил. Кстати, он задонатил в эту игру. Нет, ему не нравится. Вот представляете... Вот эта игра вышла месяц назад, и вышло только две обновы. А я уже профессионал в этой игре. Представляете, вот представляете, просто две обновы вышло, и все. Вот просто представляете, вот просто представляете, вот просто представляете. Эта игра, вот просто представляете, эта игра месяц назад вышла. И вышло только две обновы. Ну, крутая игра, недавно вышла. Очень крутая, советую поиграть. Но я играю в эту игру с ее выхода почти. Пососёшь Чупи? Чупи, Белохов, шоколад для пацанов. Кабан по-любому не прав. Пишите в комментариях. Угу. А тут человечник классная. А можно, пожалуйста, взять его телефон? Ты стал вампиром.
Теперь понятно, почему ты такой сильный и хочешь крови. Завтра нубам в школе придется не сладко. Кабан, проснись! Опа! Капец! Ты горишь на солнце прям как в кино! Что теперь делать? И поел, и оделся. Запомните, ребята, у треугольника три угла, а у квадрата четыре. Не перепутайте. Повнимательнее, просыпаемся. У шестиугольника шесть углов. Шесть углов. Молодец! Пятерка тебе! Как? У меня даже крыльев нету. Упор лёжа принять! Чё-то он меня уже достал! Эй, нубы! Ну-ка, быстро дерите! Вот мы и встретились! Опа, всё! Кабан, тебе чё, лысину напекло? Он теперь вампир. Прям настоящий? Вау! А в летучую мышь превратишься? Офигеть! А слабо стиснуть золото из ювелирки? Да расплюну! Опа. Какая противная тварь! Надо отдать ее в зоопарк. Плавай, уродец! Это масло! Разгонись и протиснешься сквозь Полетели. Кручу, верни.
Ладно, молчу. Тот, кто выпьет, пропадет, заболеет и помрет. Чего уставился? Скорее ставь лайк, а то заколдую. Сейчас посмотрим. Блин. Я поставил. Вампир! Нечесть! Чего орёшь, старая? Опять зельем нанюхалась? Наш сосед кровопийца! Возьми оберег и завали его осиновым колом! Уничтожит всех. Ням-ням-ням. Капец, бабка нам не простит. Валим. Экстренный выпуск новостей. Весь город заполонили вампиры. А? От укусов этой нечисти пострадали сотни жителей Роблокса. Спецназ борется с кровопийцами с помощью огнеметов. Мне крышка! Не ссы! Надо найти укромное место и переждать. Прошло 70 лет. Через 70 лет будет такое? Нехило все вокруг поменялось. Кажется, охота на вампиров закончила. Значит, снова можно заняться нашим любимым делом. Булит нубов. То есть... Уже все, то есть тогда, когда они ждали, значит, все вампиры были уничтожены. Так? Лошпед, гони мобилу! Старик, ты из какого века? Все мобилы давно вшиты в голову. Тебе же хуже! Продать телефон. О, это точно ваш. Алло, сынок, ты чего трубку не берешь? Руки вверх. Но. Опа. А ну-ка. Эй, дружище, улыбнись. На канал мой подпишись. Каждый день смотри видосик, комментируй, ставь лайкоси. Я хочу посмотреть тот момент с вампиром, когда он пошел в магаз. Вот. А нет, чуть-чуть я промотал уже. Темновато тут. Чувствую силу. Вот. Чел играет в симулятор крутых хулиганов. Так, симулятор крутых хулиганов. Скорее приходи в игру по ссылке в описании. Если что, ссылка в описании. Все-таки он не забыл про эту игру. Ладно, ребята, мы посмотрели весь сериал
Гвоздь и кабан. Может, будут еще серии выходить, я не знаю. Если выйдут, я обязательно их посмотрю. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, я буду заканчивать. Всем пока-пока!